больше не могу. Не могу тебя такой видеть. Я так тебя любила. Прощай, Джон. Боишь, что нет? Что ж,
Можно вопрос? Угу. Ты в детстве мочился в постель? Нет. Все, у кого проблемы с отравлением сливом, часто сталкивались с этим в детстве. Да, куда все это берете? Это же... А я общалась с людьми, которые мочились в постель, уже будучи подростками. И я знаю, ребенку может быть очень тяжело. Проходить через все это одному.